Друзья, всем привет. Коротенькое видео сниму. Москву вот опять засыпает снегом. Синоптики обещали много снега за сутки. Вот, видимо, оно и началось. Мы будем ждать электрички, поедем домой. Отработали. Ну, как мы видим, как идет. Там проходит электричка. Думаю, хорошо было видно, что снег идет. Всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь. Такое маленькое, коротенькое видео.